Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». По вашим заявкам продолжаем данный плейлист, который так и называется. Разные комментарии приходят, в том числе, видите, «Старик, только не останавливайся». Друзья мои, спасибо вам за ваши дружеские обращения, очень приятно. И, соответственно, конечно, останавливаться мы не собираемся, но ждем также активности нашего английского сообщества. Под видео пишите, не только под последним, где пауза, разные ваши комментарии, интересные мысли, ставьте лайки, и мы интенсивно идем дальше. Переходим к новой теме, что курс быстро усложняется. Итак, мы хотим задать вопрос, где ты живешь? Как это сделать? Значит, давайте попробуем дословно пока перевести. Где? Значит, где будет? Where? Ты? You и живешь live. Отлично. Так как тогда задать вопрос? Здесь есть такое правило в английском языке, что с глаголом, видите, во времени present simple, мы сдаем с помощью do или does. Do или does. То есть обязательно нужно поставить. Помните, когда мы с вами разбирали обычный вопрос, если вот вы посмотрите формулу, мы с вами писали, то для do у нас была вот такая формула, видите? Давайте сюда же это как раз и перенесем. Вот она формула для do. То есть do, когда I, we, you, they. Если у нас he, she, it, то тогда мы с вами уже выбирали does. Вот. Надеюсь, вы это помните, друзья мои. Отлично. Но иногда у нас с вами есть специальный вопрос. Это когда есть различные вопросительные слова, такие как «где», «как» и так далее. Что здесь изменилось? Особо ничего. Просто впереди появилось вопросительное слово. То есть. Формула теперь следующая. Вопросительное слово. Вопросительное слово или же вопросительная конструкция. Вопросительное слово. И то же самое. Обязательно идет do или does. То есть без этого do или does мы сказать не можем. Поэтому здесь, видите, where – это вопросительное слово. Далее do или does. Думаем, что поставить. Раз you – значит do. Получается where. Where do you live? Видите, с глаголом именно так. Where do you live? Отлично. По аналогии спросим. Где ты учишься? Где? Where ты учишься? Раз ты, you, значит do. Получается, where do you учишься study? Where do you study? Что ты знаешь? Что? What ты, do you, знаешь, know. What do you know? Что ты видишь? Что? What ты видишь? Опять же, раз ты, you, значит, do. What do you видишь, see? What do you see? На самом деле, действительно, на практике очень много мы с вами задаем вопросы с помощью do. Поэтому очень важно, в первую очередь, потренировать эти вопросы. Видите, what do you see? Или, например, как ты делаешь это? Как? How ты? Do you делаешь это? Делаешь do? Это it. How do you do it? Это нормально, видите, когда два раза do. Первый раз это как вспомогательный глагол, видите? А второй раз это просто как обычный глагол делать do. How do you do it? Как ты улучшаешь свой английский? Как? How ты, do you, улучшаешь, улучшать это improve, свой английский. Свой, то есть твой, your, английский, English. How do you improve your English?
Почему ты изучаешь английский? Почему? Почему это why? Ты, do you, изучаешь английский. Изучать английский – это фраза learn English. Why do you learn English? Почему ты изучаешь английский здесь? Почему? Why? Ты, do you, изучаешь английский, learn English, здесь, here. Why do you learn English here? Когда ты ходишь туда? Когда? Это when, ты, do you, ходишь туда? Ходишь, go, туда, there. When do you go there? Это устойчивое выражение, видите, без всякого предлога и артикля. When do you go there? Когда ты работаешь? Когда? When ты do you работаешь? Work. When do you work? Отлично, повторим. Do, does. Значит, наши формулы. Вопросительное слово плюс do I, will you, they плюс глагол. Или вопросительное слово плюс does, если у нас he, she, it плюс глагол. Where do you live? Where do you study? What do you know? What do you see? How do you do it? How do you improve your English? Why do you learn English? Why do you learn English here? When do you go there? When do you work? Когда ты учишься? Когда? When ты учишься? Еще раз ты, значит, do, учится when. Do you учишься study? When do you study? Когда ты играешь в футбол? Когда? When ты играешь? Ты? Do you играешь? Play? Футбол? Футбол. When do you play football? Видите, опять же, это устойчивое выражение. Никакие здесь предлоги и артикли не нужны, это нужно запомнить. When do you play football? Когда они играют здесь? Когда? When? Они. Они they. А раз they. Видите, I, will you, they, значит do. Значит, получается, when do они, they играют, play. Если здесь, это будет here. Если там, это будет there. Давайте здесь скажем здесь. When do they play here? Почему я делаю это? Почему? Это why? Я, значит, do I делаю это? Do it. Why do I do it? Почему мы тренируемся так интенсивно? Почему? Why? Мы. We, значит, do we тренируемся, train, так интенсивно. Так. So, интенсивно, intensively. Why do we train so intensively? Где он работает? Где? Where он работает? Видите, he, she, it – это does. Раз он he, значит does ставим. И не оглушается, видите, does. Получается, where он. Значит, раз он, значит does. Он, he, работает, work. Where does he work? Тоже очень частая ошибка, вот почему-то практически все оглушают и на z. Where does he work? Где она учится? Где? Where? Она. Она.
does she учится study? Where does she study? Не буду лениться, буду подчеркивать, чтобы на это обратили обязательно внимание. Where does she study? Как это помогает тебе? Как это? How? Это does it помогает тебе? Help you. How does it help you? Давайте продолжать активно вводить новую лексику и спросим, как это мотивирует тебя? Как? How? Это does it мотивирует тебя? Значит, мотивировать? Motivate. Motivate тебя, you. How does it motivate you? Сколько это стоит? Итак, сколько? Это дословно получается как много. Как много это how much? Если просто как много, это выражение how much. Мы говорили или вопросительное слово, или вопросительная конструкция. Здесь именно используется вопросительная конструкция. Нужно запомнить how much, то есть как много это стоит. Далее вспомогательный глагол. Раз это, значит it, значит does. Does это, it и стоить cost. How much does it cost? Мы здесь с вами по умолчанию используем именно глагол cost. Сам глагол cost. How much does it cost? Есть, в принципе, другой способ спросить, сколько это? How much is it? How much is it? Но это мы с вами будем конструкцию разбирать чуть позже. Но просто имейте в виду, что how much is it? Дословно, сколько это? А если дословно, сколько это стоит, то как мы с вами написали, how much does it cost? Отлично. Это чуть позже. Другие как раз формы, когда is, там a и так далее. Так, повторим, друзья мои. When do you study? When do you play football? When do they play here? Why do I do it? Why do we train so intensively? Where does he work? Where does she study? How does it help you? How does it motivate you? How much does it cost? How much is it? Что тебе нравится? Что? What тебе нравится? Значит, помним, что с like используется именно личное местоимение, поэтому автоматически, что ты, что тебе это совпадает, но используется именно как вот ты, форма ты, you. Раз you, значит, нужно вспомогательный глагол поставить do. Получается, what do you like? Что тебе нравится? What do you like? Теперь разберем более сложные вопросы в скором времени. Но пока вот еще один легкий. Что тебе нравится больше? Что? What тебе нравится? Тебе? Do you нравится? Like? Больше? More? What do you like more? Что ему нравится? Что? What ему нравится? Опять же, видите, здесь like используется именно личное местоимение, то есть he. Мы говорили, это нужно запомнить. Поэтому, видите, раз he, значит does. What does he нравится like? What does he like? What does he like? И еще также маленькое уточнение. Опять же, запомните, никакие s здесь не добавляется. Ни в отрицании, ни в вопросах никаких s не существует. Нет, еще раз нет. S добавляется только в утверждение с глаголом, когда he, she, it. Здесь нужно забыть. Тоже часто ошибка. Не делать эту ошибку, просто does. Вот это does, это ведь он же берет на себя вот эту s. Поэтому здесь никакие s не добавляется. What does, да не будем лениться, what does he like? What does he like? Does the. What does he like? Отлично. Что ей нравится здесь? Что? What
Ей нравится. Опять же, она здесь используется like именно она, поэтому does she нравится like здесь here. What does she like here? Как ты говоришь по-английски? Как? How ты do you говоришь по-английски? Speak English. Еще раз обращаю внимание. Никакие здесь предлоги, артикли не нужны. Запомните эту фразу. Многие делают ошибку. Нет, еще раз нет. Привыкайте использовать именно те готовые фразы, которые мы разбираем. How do you speak English? Чтобы говорить правильно и как носитель языка. How do you speak English? Что ты помнишь? Что? What ты помнишь? Ты? Do you помнишь? Remember? What do you remember? Что он помнит? Что? What on does he помнит remember? What does he remember? Does. Далее очень полезный вопрос. Какая полезная разговорная фраза. Вопрос, что ты думаешь об этом? Итак, что? What? Ты? Do you? Думаешь? Think. Об этом? Об. About? Этом? По умолчанию используем it. What do you think about it? Но на самом деле, очень часто мы слышим не what do you think about it, а what do you think about it? What do you think about it? То есть привыкайте к более быстрой речи, слушайте плейлист фоном. What do you think about it? Также хочу сказать, что в разговорной речи иногда it заменяется на that. That. То есть that переводится как то, словно то, а это значение то, что ты думаешь о том. То есть также можно слышать what do you think about that? What do you think about that? То есть имейте в виду, что иногда просто так разговорная речь встречается, но часто именно it, поэтому по умолчанию используем it. What do you think about it? Хорошо, далее. Что ты думаешь об этой идее? Что? What ты do you думаешь, think, об, about этой идее? Этой. This идея, idea. What do you think about this idea? Отличные вопросы, чтобы поддерживать как раз диалог. Видите, это что-то, это именно this. А просто это, видите, it по умолчанию используется. What do you think about this idea? Что ты думаешь об этой проблеме? Что? What? Ты? Do you? Думаешь? Think? Об этой проблеме. Об. About? Этой проблеме. This problem. What do you think about this problem? Отлично, повторим. What do you like? What do you like more? What does he like? What does she like here? How do you speak English? What do you remember? What does he remember? What do you think about it? What do you think about this idea? What do you think about this problem? Вы часто также говорят, вот я могу на английский переводить, еще как-то, а вот понимать не успеваю. Это не сразу, друзья мои, не сразу, со временем. Просто больше слушайте, слушайте фоном, это придет со временем, просто надо много-много слушать, не сразу, не все за один день. Итак, далее. Более сложные вещи. Материал усложняется. Это была только в начале вот такая, может быть, иллюзорная, кажущаяся легкость. Это только в начале. Курс построен так, что он усложняется и по лексике, и по грамматике сильно. Поэтому рекомендация смотреть шаг за шагом и ничего не пропускать. Мы говорили, что вначале идет вопросительное слово или же вопросительная конструкция. Значит, пример вопросительной конструкции у нас с вами было how much. Это вопросительная конструкция, то есть как много. Видите, когда два слова сразу в начале. Но есть и другие также вопросительные конструкции. Смотрите. Если как много просто, сколько это стоит? Просто само слово по себе как много, это how much.
У нас с вами это было. How much? Все просто как много. Сколько это стоит? Если как много чего-то, как много друзей, как много денег, мы тоже используем похожую конструкцию. Но иногда это how much, как много, а иногда это how many. В чем же здесь у нас с вами принципиальнейшая разница? Видите, many – это исчисляемое. Например, сколько друзей, how many friends, сколько ошибок, how many mistakes и так далее. Их можно посчитать. One friend, один друг, два друга и так далее. А much с неисчисляемыми. Например, сколько времени? How much time? Сколько денег? Деньги в английском это неисчисляемые. How much money? И так далее. Это нужно просто запомнить. То есть еще раз. Если просто как много и далее нет относящегося слова, то как здесь просто how much? How much does it cost? Если как много чего-то, вот, смотрите, если неисчисляемое, то how much? How much time? How much money? Если исчисляемое, то есть можно посчитать 1, 2 и так далее. How many friends? How many friends? Вот общее правило, запомните. Давайте разберем примеры. Сколько у тебя ошибок? Сколько у тебя ошибок? Здесь мы дословно спрашиваем, как много ошибок ты имеешь. Как много ошибок? Эти ошибки исчисляемые, потом получается how many. How many ошибок, mistakes ты имеешь? Ты. You значит do you имеешь have. How many mistakes do you have? То есть еще раз. На русском мы спрашиваем, сколько у тебя ошибок? На английском именно видите, как много. How many mistakes do you have? И вначале идет именно вопросительная конструкция, далее как раз вспомогательный глагол и все остальное. По аналогии спросим. Сколько людей ты видишь? Сколько людей? Людей можно посчитать. 1, 2, 3, 5 людей. Потом скажем, сколько много или как много? How many? То есть как много дословно. Сколько или как много? How many людей, people, ты видишь? Ты, do you, видишь, see. How many people do you see? Сколько у тебя денег? То есть, как много денег ты имеешь? Деньги, помним, в английском неисчисляемый money, поэтому будет how much. How much денег, money, ты имеешь? Ты. Do you имеешь have? How much money do you have? Сколько денег у тебя с собой? Сколько денег? То есть, как много денег? How much money у тебя, то есть, ты имеешь? Do you have с собой? С. With. То есть, с тобой. With you. With you. How much money do you have with you? И очень часто спрашивают, ну хорошо, деньги, мы же можем посчитать там $1, $2, там 10 рублей. Да, вы можете посчитать, но если это доллар, да, доллар это исчисляемое, там рубль и так далее. Но если просто слово деньги, это неисчисляемое. Мы же не говорим одни денег, 10 денег, нет, потому что это именно неисчисляемое. How much money do you have with you? Сколько у тебя времени? Сколько? Time неисчисляемый, поэтому how much. И далее с этой конструкцией мы используем именно сразу относящееся слово. То есть на русском мы спрашиваем, сколько у тебя времени, можем спросить, а здесь именно так, сколько времени у тебя, how much времени, time у тебя, то есть ты имеешь. Раз ты, значит, you do, do you have. How much time do you have? Сколько у тебя свободного времени? Сколько? How much? То есть свободного времени. How much free time? Ты имеешь. Do you имеешь have? How much free time do you have?
Сколько денег ты получаешь? Сколько денег? То есть сколько? How much денег, money, ты получаешь? То есть ты, do you, получаешь, get. Get – это получать. How much money do you get? Сколько денег ты зарабатываешь? Сколько денег? How much money ты, do you, зарабатываешь? Это глагол earn. Earn. How much money do you earn? Earn – это зарабатывать. И еще один вопрос, может быть, немножко более сложный, но давайте как раз напоследок потренируемся. Попробуем перевести правильно. Сколько денег ты хочешь зарабатывать? Сколько денег? How much money ты хочешь? Ты – это you, значит do. Do you хочешь, want, зарабатывать? Второй глагол пошел после want, считается to earn. To earn. How much money do you want to earn? Отлично. Повторим. How much? How much time? How much money? How many friends? How many mistakes? How many mistakes do you have? How many people do you see? How much money do you have? How much money do you have with you? How much time do you have? How much free time do you have? How much money do you get? How much money do you earn? How much money do you want to earn? Отлично! Вот привыкайте к этим конструкциям, нужно много практики, чтобы это отработалось, я согласен, не все сразу. Но вот на самом деле я для вас здесь также некоторые цифры писал, я уже как бы исправлять не буду, просто хочу подчеркнуть, что у нас с вами задумано, что уроки у нас с вами достаточно объемные. То есть это не 5, не 10 предложений, а вот как раз вот именно задумано, что у нас с вами 40 предложений в каждом уроке, вот на этом уровне 40 предложений. Ну, потом здесь просто для простоты, видите, здесь 10, 10 и еще раз 10. И это очень хорошо, я считаю, что когда у нас с вами действительно много такой практики. Я тоже думаю, вот на самом деле, вот здесь просто мне удобно с нумерацией, сколько предложений, но 10 слишком мало, 20 тоже, 30 нет. Вот 40 это не так вот много, но это оптимально, чтобы действительно очень хорошо отработать. Поэтому было принято такое решение, именно 40 предложений. Да, друзья мои. Для вашего удобства специально это сделано, и спасибо тоже за ваши возможные вопросы, на них сразу же отвечаю с огромнейшим, преогромнейшим удовольствием. Друзья мои, вы большие молодцы, и, конечно же, огромные трудолюбцы. До скорой встречи, друзья мои!